Здорово, друзья, с вами DoublePlay, и мы с вами продолжаем в историю пустоши. Наконец-то у меня выходные, такая музыка будет сразу на старте. И, блин, многих, наверное, уже бомбит, что там постоянно Soul Knight выходит, да, Soul Knight Prequel. Просто реально, ну, сил хватало только на ту игру, потому что ночью, ну, уставший играть в этот дичь сейчас, который то, что происходит в игре, с ухудшенным арбалетом и всем остальным, я думаю, лучше я нормально уже на выходные запишу, поэтому вот, сейчас вы увидите возможность прохождения этого ивента. Короче, поехали, давайте не буду слишком много тянуть. Спасибо Сергею, то, что админ на Discord-канале, и он мне подсказал, что здесь лучше бы какие-то взрывные оружия брать. Ну, типа там гранатометы или же базуки. Я вспомнил, ребята, у меня есть тоже такая пушка прикольная. Я ее еще получил, знаете, когда пробовал всякие разные варианты прохождения королевы. И, короче, у меня завалялся Panzerfaust. И причем очень прикольный, ребят, на самом деле. У меня тут есть на нем, смотри, игнорирует весь урон в течение 4 секунд. Перезарядка 12. То есть он каждый раз будет давать мне бессмертие. Плюс еще посоветовали мне надеть броню фанатика, то есть здесь уже выживаемость будет максимально благодаря этому. Так, давайте закроемся, сохранимся. Нет, сохраниться не получится, поэтому кое-как сейчас так. Поехали разваливать, размачивать всех зомби на этой локации. Приятного всем просмотра, поехали. Главное призвать Панцерфаустом нашего. Опа. Что слабо, блин. Что-то слабо все равно. Я думаю, будет помощнее что-то. Из Панцерфауста главное не стрелять. Ну хотя, в принципе, неплохо, смотрите. Ну, типа, он не дает возможности особо сделать движение, так скажем. Благодаря Панцерфаусту. Можно еще одного призвать к Панцерфаусту, который стреляет. Опа. Куда эти прыгуны взялись вообще? Так, перезаряжаемся. Так, не буду сейчас отвлекаться на эти автоматы, аппараты. Сука, смотри, его даже не сбивает с ног, в этой самой ракеты. Так, нормально пока. Хорош. Я такое чувство, как будто после обновления их чуть убавили, да? Я чуть потише сделал, это вообще жесть. Ух ты, скотина, а. Откуда ты взялся? Так, что-то я расслабился сильно. Хорош, как приятно, когда две ракеты сразу вылетают периодически. Вот, блин, убили моего. Хорош. Красава. А, тут еще босс у нас появился. Падла. О, нормально так. Да, сейчас их расхерячили. Так, давайте чуть пока. О, вот еще один босс. Или это его вторая стадия была? Возможно, это тот самый же был, просто вторая стадия его. Неплохо работает. Ну, перейти. А, мы не можем перейти, пока не справимся с этими. Так, перейти. Давай, успокойся, переходи на следующую локацию. Ну! Блин, капец, а? Надо было не ждать. Так. Развалю их сразу, все. Все, перешел, наконец-то. Уф. Не, ну выручает, конечно, не спорю, но, блин, ну не всегда.
Ой, откуда взялся? Капец. Вы это видели? Скотина еще танцует тут, блин, на него посмотри. Блин, вот это, кажется, я, наверное, зря все-таки делаю. Я думаю, лучше все-таки так не бегать. Да, блин, он телепортируется еще к тому же. Все, я уже... Все, я уже начинаю теряться, ребята. Ну, капец. Так, давайте, наверное, еще с вами, знаете, что сделаем? Похаваем. Все-таки бафы — это наше все. Аквакола. Так, плюс здоровье. Так, этого мало у нас. Давайте есть то, что у нас много. Ничего себе, что-то много всего стало именно здоровье прибавлять. А, не, я не то смотрю. Я смотрю просто то, что восстанавливает здоровье, а бонусы же не смотрю. Понятно. Так. Не, больше здоровья стало давать все это дело. Нет, мясо таракана не надо. Так, этого мало, у нас свежего зерна зато много. Фруктовая сода много. И чистую воду. Все. Я очень надеюсь, что это нам поможет. Опа, сундук. Сука, все равно нас убили, а? Вот видите, это именно босс, падла, именно нас сейчас подвел, так скажем. Надеюсь, я буду отсюда прям начинать, да? Если да, то у меня еще есть шанс. А, нет, блин, отсюда прям. Надо было сохраниться. Хотя, блин, не знаю, была ли у меня такая возможность. Блин. Но меня же сразу начинает нападать. Ну, фиг его знает. Хорош, вынес. Так, давайте постараемся вот так с Панцерфаустом пробежать аж в ту сторону. Видите, вот бессмертие сработало. Давай, переходи. Перейти. Это уже не работает, да, как раньше, да? Так, загрузиться. Да. Побежали. А смысл с ними связываться? Они же, блин, ну, завалят, нифиг делать. Ну, с того конца уже, да. Можно попробовать там, скажем. Уже разваливаться. Потому что у меня вот есть навык этот, который всех прям в ряд начинает валить. Сука, они еще, блин, на вторую стадию приходят, да? Ну, блядь, сука, он перезарядиться тупо не успеет, не успевает. Ах, как же это бесит меня. Не, давайте загрузимся. Загружаемся. А, это бред, это жесть. Ну, настолько ослабить арбалет, я считаю, что так неправильно делать, ребят. Почему? Потому что, смотрите, ну, так сильно нерфить что-либо в игре нельзя. Почему? Потому что, смотрите, тут... Механизмы специально поставлены под урон. Если бы я знал, что так понерфит, так ослабит арбалет, я бы поставил, например, плюс к магазину, там, не знаю, плюс к перезарядке оружия. Тогда был у меня арбалет нормальный. Так его какого-то хера сделали по-другому. Ну, а вот эти механизмы менять не получается. Но я считаю, что это нечестно. Я его прокачал до плюс 9. Я столько, блядь, потратил этих гребаных шестерней для того, чтобы сделать этот арбалет. А в итоге что? Разраб решил, блядь, взять нахуй и урезать полностью эту пушку. Ну, блядь, ну, я считаю, что это неправильно. Короче, давайте сейчас я сожру вот это все дело. Так. Быстро делаем. Так, оп, 12, 17, полно. Давайте, значит, жри. Так, зерна много, мяса много, этого...
мутировавшего. И даже оно дает бонус свой, поэтому едим однозначно. Так, свежее мясо. Давали. Ну, там мало у нас, поэтому я не хочу тратить. Я не думаю, что прям настолько у нас все плохо. Получить очко атрибута плюс один. Шанс умереть 1%. А, когда поедаешь... Ну, блин. Такое. Не до этого сейчас нам. Так. Как же мне бесит эта вся херня. Вот именно вот эти бесит, которые воскрешаются, как их там, блядь, звали, я забыл. Сука, они тоже меня убили, все равно убивают. Похуй вообще им на все. Я тут сожрал, нажрался, блядь. Не, ну это тут и долбанные гули, или как это хуйня называется. Они очень, блядь, и, ну, чересчур их жесткими сделали. Ну так не должно быть, ну, блядь, ну это что за пиздец. Ну, имбаланс вообще, блин, конкретный. Ну, они очень быстрые. Ну и что, что их ослабили? Они прыгают, они быстрее, чем все остальные, блин. Так, давай, быстро спускайся. Перейти. Давай, переходи. Так. Давайте опять что-то по еде похаваем. Ну, там чего много у нас, вот это. Давайте по-быстрому. Свежее зерно. Там еще фруктовая сода. Ну и чистая вода, пускай будет. Так, перезаряжаемся. Сейчас этот козел должен появиться. Я надеюсь, мы к нему подготовились нормально. Так, перезарядка. Чё ты, блядь, тупишь, клон, блядь? Когда ты начнёшь стрелять уже, блядь? Так, вроде бы этого пока здорового не появляется. А, босс есть, типа. А чё такое? Чё так мало? Я стрелял сейчас. Всё. Фиолетово вроде завалил. Опять эти уроды, а? Опять эти гули сраные. Понимаете, какие они быстрые? Ни хрена их они... Ну видите, что делают? Вы видите, какого хрена они так быстро бегают? А. Написано же, типа, вот, зомби будут, типа, медленнее. Ни хрена они не медленнее. Они быстрее меня бегают, не то, что медленнее. Хотя у меня, ну, у меня нормально прокачана скорость бега. Ну, сука, смотри, их тут нахуй. А, блин, чё, давайте я пойду на тот конец сразу уже. Это, ну, смысл мне вот так. Они будут бесконечно появляться, блин.
Так, я хоть успею вот это самое. Ну. Давай, 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 генератор. Давай, давай, давай. Сука, последний момент, да? Я так и знал, что так и будет. Последнюю миллисекунду, блядь, он, сука, решил меня задеть. Все. Наконец. А ну-ка, что я там взял? Что я там взял сейчас? Винтовка М. Так, древний какой-то. Что он дает? Здесь сейчас полностью игнорирует чистый урон или нанести. Так. 54 уровень. Патроны для винтовки. А ну-ка. Ну просто для интереса посмотрю, что. Ну, блядь, урон, конечно, понятно, меньше. Может, просто перезарядка будет больше. Здесь, ну, урон вроде бы неплохой. У нас в любом случае оно, так скажем. Давайте попробуем сохраниться. Можно ли, конечно. Не-не-не-не. Больше напрягает то, что не урон у нас слабый, а то, что, блядь, перезарядка вся эта хуева. Так. Да, неплохо. Блин, знаете, что я вспомнил? У меня же есть кое-что тоже крутое. Причем очень крутое, ребята. Как вот, что я не сразу за это не взялся дело? Так, сохраниться могу? Да, сохранение пошло, хорошо. А теперь можем проэкспериментировать. Сейчас я, походу, им пиздов таких выпишу. Так, у меня много лишних вещей, понятно. Так, разобрать. Разобрать. А, не, я заблокировал, хорошо. Так, что у нас тут? Хорошая пушка. Ручной пулемет, кстати, тоже хорошая вещь. Оно же типа это самое, оно не медленно, высокий шанс проходит. А, не. Есть какая-то пулемет, который не замедляет нас. То есть тоже хорошее было. Так, что это у нас тут? Разобрать. Повязку на глаз. Не знаю. Надо ли нам это или нет. Но у нас, ну, места мало очень. Открытое руководство. Нажмите и удержите кнопку идентификации в течение, чтобы идентифицировать все предметы. Ого! Так тоже есть? Класс! Все, все вещи идентифицированы сразу. Ну правильно, ну что по одному делать? Класс вообще! Супер! Вот это, кстати, молодцы, что добавили в игру. Во-во-во! Да, да, вот это. А ну-ка, глянь. Сука, а, смотри, да, если они, конечно, дадут мне, блять, не то. Так, загрузить. А эти пидоры, блять, гули, а это вообще, ну, не в тему здесь, в этой игре, в принципе. Они очень, они, их, ну, они медленнее не стали, вот что. Больше всего бесит. Написано, типа, медленнее, ну, ничего медленнее не стали. Так. Ой, не то. Вот, миниган. Так, а ну-ка. Так. Давай поднимемся наверх, там будем смотреть. Кстати, может быть, еще и клона призову тоже с этим миниганом. Посмотрим, как оно будет выглядеть. А, я еще двигаться могу, когда стреляю с минигана. Класс. Вот это, кстати, что-то новое. Ну, ну круто, конечно, круто. Так. Вот так. И поехали. Ебать-то шумно, да, сейчас? Стало. Х,
круто. А блин, а? Че ты весь кайф ломаешь мне? Ладно. Ах ты, сука. Так, давайте похаваем что-нибудь. Так. Возможно, получится сейчас пройти. Благодаря так. Но очень хотелось бы, ну, так эпично пройти это, этот ивент. Так, подожди, ну ты поворачивайся на сюда, да? Ого, сразу урон повысился. Причем жестко так повысился. Класс. Давай перезаряжайся. Так, это лифт не работает? Нет. Плохо, что с обеих сторон, видите, уже нападает. Немножко, наверное, неправильно сделал. Да, блядь. Блин, плохо все получилось. Капец просто. Давайте попробуем, может быть, как-то выжить. Просто бежим вперед. Не оглядываясь. Опа, хорошо, сработало бессмертие вовремя. Вот оно. Сука. Интересно, воскрешение есть у меня? Нету. Ребята, еле-еле блять, еще какие-то мины тут. Еле-еле пробрался туда, уже несколько раз пробовал, вроде бы, ну, выручает пока мне конкретно этот. Ух ты, блин! Босс! А, я его даже не могу, это самое, в тюрьму поставить. Это же привидение, блядь. Босс убит, ребята. Ебать. Что выходит, босса было проще победить, чем всю эту херню? Патроны, еда и глок двойной. Все. Так что было сейчас? Так, что-то я не понял. Че опять стал? Так. Че он, блин, опять появился? Ну, мне сказали, что здесь, типа, награда хорошая. И что я получил? Ну, ничего особенного, если честно. Перегрушенный. Блин! Надо было сохраниться. Надо было сохраниться, блин. Что теперь, сваливать надо или что? Задание. Найдите потерявшие украшения для елки. Ну, это понятно. Давай уже, стреляй.
Ну там вы вроде бы все сделали, да? Значит, отсюда сваливать теперь надо. Так, с лифтом мы не можем взаимодействовать. Так, свалите, пожалуйста. Я хочу уйти отсюда и забыть эту локацию. Вообще, и не вспоминать про нее. Блять. Ну мне дадите уйти отсюда. Блять, навык появился, а патроны закончились. Я же уровень получил. Жесть. Ах, господи. Бей ты их, куда ты лезешь? Офигеть, а, смотри. И все прут и прут, прут и прут, блядь, прут и прут, зараза. Так, давай, 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 выходи, выходи, выходи нахуй, выходи, выходи. А эти откуда взялись тут? Это же не зомби были. Ну что, я выбрался, ребята? Я не знаю, сделал ли я все тут. Может, я что-то пропустил, напишите в комментарии. Я уже это видео записываю. 36 минут я повырезаю, естественно. Но тем не менее, прям мне уже голова болит от этой игры. Блин, ну мы справились. Я думаю, что справились. Ну все, что мы там спустились, включили генератор, потом пошли туда. А может быть, ничего никогда не сделал. Короче, пишите в комментарии, если что. Спасибо, что смотрели до конца, прожимайте лайки, оставьте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Если все еще не подписались, прожимайте на колокольчик на все уведомления. Также еще ссылка на Discord канал, на Telegram канал будут в описании. Спасибо, что смотрели до конца, до следующего, всем удачи, всем пока.